В Дагестане построят первый на Северном Кавказе селекционно-генетический центр по получению высокопродуктивных животных методом эмбриональной селекции. Об этом говорили на встрече председателя правительства республики Абдулмуслима Абдулмуслимова с президентом Национального фонда развития мясного скотоводства Андреем Журавлевым. Он отметил, что программа предусматривает создание методом трансплантации эмбрионов 4 племенных репродукторов по разведению специализированных мясных пород овец. Еще одной задачей ученых-аграриев и селекционеров является разработка программы по созданию в Дагестане гибридных стад на основе использования местных пород овец, покрытых специализированными мясными или молочными породами овец для повышения рентабельности отрасли. Мы видим, что потенциал Республики Дагестан, где сконцентрировано сегодня максимальное количество овец, как нельзя лучше подходит для того, чтобы эта программа стартовала именно с этой территории. Это позволит получать как минимум 5-10 килограммов мяса на каждой овце, которая будет получена, с одной стороны, от искусственного осеменения по созданию полукровных стад, с другой стороны, это заложит основу создания селекционно-генетического центра на территории Республики Дагестан, может быть, первого в Северо-Кавказском федеральном округе, по разведению специализированных мясных пород. Подводя итоги встречи, Абдулмуслим Абдулмуслимов выразил готовность оказать содействие ученым и практикам, работающим в этой инновационной технологии, в реализации программы и поручил Министерству сельского хозяйства и продовольствия республики изучить все организационные вопросы по созданию селекционно-генетического центра.